Это Зима Весела. Жених решил расплатиться с певцом на свадьбе пивом и подружками невесты. Классно. Мужчина заявил, что из-за пандемии у него нет денег на услуги музыканта. Певец связался с женихом в Facebook и предложил 50% скидку на свое выступление на торжестве. В ответ на это новобрачный решил быть откровенным и написал, что не сможет заплатить за концерт, однако предложил пиво и голодных, цитата, до мужчин из-за пандемии подружек. Исполнитель отказался от предложения, оказался благородным человеком. Жених разозлился и назвал его неблагодарным. Так он ему такие... То есть он еще виноват в конце концов, да? Да, жених еще, да, нашел виноватого. А потом добавил, что невеста может подать на развод, если тот не найдет музыкант на свадьбу. Но мне кажется, может, и не надо им создавать семью, если у них семейное счастье зависит от того, найдет ли он музыканта или нет. Ну, почему? Очень практичный человек, мне кажется, да, все понимает, пандемия, все такое. Не, это на самом деле была шутка, то, что я сказал. Нельзя так делать, это уже люди. Вообще, я считаю, что создавать семью надо в любые времена, неважно. Свадьбу вот не обязательно как раз играть. Не обязательно хочется свадьбу делать. Особенно не будет. Как у нас в стране некоторые берут кредит на то, чтобы сыграть свадьбу, а потом отдают его. Я песню вспомнила. Давай. Я на тебе никогда не женусь. Не, ну классно поешь. Конечно, мне раньше было лучше, но сейчас как бы тоже неплохо. Укупник чуть получше справлялся с этой песней. Ну что хочешь сказать? В общем, надо жить по возможностям и стараться, если не можете позволить свадьбу, тогда уже, да. Есть такие же у тебя, нет? Подружек такие же. Голодные, да. А пиво есть какое-то? А пиво лучше. Пиво есть, судя по такому пению. Судя по всему, не только пиво. И знаешь, как в том анекдоте, спонсор драки на свадьбе — русский стандарт, так и у тебя сейчас. Ну, да. Русский стандарт — это питейный такой напиток. Но мы против напитков всяких разных. Водочку пей. То есть воду, обычную воду. Водочку пей, обычную воду. Что это было? Только в меру. Еще один тост на свадьбе, судя по всему, причем с самого раннего утра. Да. А что это меняться весело? Ну что ж, мы за то, чтобы без чрезмерного употребления алкоголя, за искренние красивые отношения. И самое главное, напомню о том, что это Хэппи Няца и Хит ФМ. Хэппи Няца. Начни день весело.